Помните этот мультик с главной героиней «Золотая антилопа»? Собственно, так и называется «Золотая антилопа». Главный урок из этого мультика, который я могу вам передать, это спросите себя, где достаточно. Иногда мы мечтаем о таком доме, который является непомерным с точки зрения ежедневного владения и пользования этим домом. 15 спален, 12 унитазов. Ну, немножко меньше, потому что гостевые, в общем-то, спальни иногда позволяют делать меньшее количество унитазов и прочее. 2 газона, 3 гектара, 15 ворот, ну и команда охранников, которые все это, в общем, радостно поддерживают в состоянии «не укради, не разбазарь». А над ними стоит еще один человек, который, в общем-то, управляет всем этим состоянием. Специальная профессия есть батлер. Человек, который управляет другими людьми на хозяйстве. Конечно же, это классная жизнь и классная работа. Но поверьте мне, спать вы будете каждые сутки в одной единственной кровати. И у вас их может быть 15, но вам нужна по-хорошему, ну, для разнообразия, возможность ночевать в разных других кроватях. Ну, хорошо, вы можете смеяться, что это вот студенческая история про разные койко-места в разных женских общежитиях, но на самом-то деле это история про возможность путешествовать и останавливаться с вашими любимыми и близкими в разных отелях, в разных местах, в разных виллах, и да, получить несколько месяцев разнообразия, удовольствия от перемещения снова и снова. Я недавно услышал очень важную фразу, которая звучала так: но все равно попа привыкла к своему любимому унитазу и хочется вернуться к нему, потому что он теплый. Вот человек себе сделал дома теплый унитаз, и у него все хорошо. Вот поэтому он хочет в какой-то момент вернуться к этому унитазу. Разумная достаточность – это штука, которую я внедряю в жизнь учеников курса «Максимальная эффективность», для того, чтобы они поняли. Ну да, вы можете, в принципе, получить, не знаю, Toyota Highlander или Toyota Prado, или там все что угодно, Anniversary Edition, 75 лет торговой марки, но вашу задачу может решить, в принципе, машинка поменьше, полегче, и платить вы за нее будете, ну, так раз в 12 меньше с точки зрения страховки, с точки зрения перебывания дюйма, а где 21 дюйм у колес, там сразу начинается какой-то космос, и вот это все. Поэтому не повторяйте ошибку визиря или шаха в мультфильме про золотую антилопу. Скажите себе вовремя достаточно. И более того, скажите себе это достаточно осознанно. Ну а мы с вами увидимся в новых уроках, и тогда мы с вами поговорим про богатство. Увидимся!